добрый вечер. Продолжаем рубрику «Жесть на СТО» и снова на Парнасе. Сегодня я приехал посмотреть на автомобиль «Шевроле Авео», владелец которого пожаловался на то, что не работает отопитель. Дует слабо теплым воздухом. Знакомые симптомы, правда? Механики обнаружили большое количество следов антифриза по всему двигателю, в частности, на помпе. Согласитесь, очень знакомая картина, да? И это не просто неисправность помпы, это именно проблема с антифризом. Потому что, ну вот, например, из этого патрубка должен подводиться излишки антифриза в расширительный бачок. Через дроссельную заслонку должен циркулировать антифриз. По этому патрубку должно свободно продуваться воздухом все пространство. Ничего этого нету. Вывод. Залив дешевый антифриз, владелец обрек себя на достаточно дорогостоящий ремонт. По-моему, не лучший повод и способ сэкономить.